расскажу. Вчера ездил в город, покажи сюда. Был в Омске и купил глушитель. Мне жена тут предъявляет, зачем я деньги трачу на глушители. Объясняю, специально для женщины и для других зрителей. Значит, вот старый глушитель. Значит, Ямазовский, у меня на ZTM он стоит. Этот же глушитель ставится на МТЗ с большой кабиной. Вот его размеры. Во-первых, вот этот глушитель старый. Он прогоревший. Вот отверстие. С ним невозможно работать, потому что все угарные газы залетают в кабину. Такая же ерунда у меня на ЛТЗ-60. Вот для него я купил глушитель. Стоит он сегодня 1000 рублей. В прошлом году он стоил 650. Вот эти глушители у нас проблематично купить. Почему? Потому что в основном все наездят на МТЗ, на ЮМЗ, а ЛТЗ, значит, там глушитель другой. Вроде как на Т-25 он тоже подходит, но я не знаю. В чем отличие? Отличие по размеру. Он ниже, конструктивно ниже. И я тот старый глушитель сниму, покажу буквально там на 2 минуты, пойду менять. Вот в этом месте, где самая высокая температура, он прогорает, и заварить его невозможно. Вот этот глушитель, значит, по высоте кабины. А если поставить вот такой глушитель, он будет очень большой, тяжелый, и, значит, по лесу можно ехать, его отломить. Буду менять глушитель, я это сниму и покажу. Тебе понятно, для чего я деньги потратил? Все, выключай. Замена глушителя. Ну, замена глушителя тут вообще дело плевое. Открутить ключ на 17, открутил комод, вытащил старый глушитель. Старый глушитель. В чем была проблема? Стоял кун, и он постоянно задевает глушитель, его мнет. Видно, да? Здесь мнет. Тут еще двигает, получается. Получается, вот здесь вот трещина пошла. Пытался его приваривать, всяко разно. Короче, газы идут вниз. Зимой незаметно, а когда летом работаешь, все этими угарными газами надышишься, голова потом вот такая сумасшедшая. Так что лучше в лето глушитель поменять. Вот этот у меня наверное, года 3 уже проходил. Так, комод теперь нужно открутить. Все быстро делается только на картинке и на бумаге. Как на практике коснешься чего-нибудь, не так все просто. Сходил домой, в общем, на хомуте, взял лерку соответствующую. На 8 прогнал резьбу. Сейчас поставлю на глушитель.
Теперь попробуем завести. Давно не заводил. И послушаем, как работает. Ключа не хочет. Затвор давно не заводился. Обратили внимание, что звук совсем другой, со свистом. Глушитель другой, он работает по-другому. И еще само ТНВД другое. Двигатель дефорсированный, он быстро набирает обороты. Ну и на холостых стоит он. Короче, отличается глушак. И выхлоп совсем, совсем другой. Так, с этим понятно. Вечером стемнеет. Проверю, как у Аргуса работают фонари. На этом замена глушителя не заканчивается. В моем представлении все должно быть доделано до конца. То есть глушитель надо покрасить. Я специально взял серебрянку, растворил ее в растворителе в керосине и немножко подкрашу. Пусть хоть какое-то время он не будет ржаветь. Ладно, подводим итог. Короче, кому было интересно, полезно, ставьте лайки. Кому нет, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. А кто подписался, не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!